Илюнтий Кривозубчиков. Илюнтий Кривозубчиков. Ну, солнышко мягкое. Мягкое мамино солнышко. Моя зюбка, давай почесу тебя, почесу. Почесу. Надо перед поездкой будет помыться, искупаться. Чтоб чистый, красивый такой поехал енотик. Да? Чистый, красивый. Илюха, ты наелся? Я могу йогурт отдать? На, другим бандитникам. Возьмите, пожалуйста. Зайка зато не наелся. Вкусный йогурт, говорит, попался. Ой, вкусный. Так, а что ты, ребят, закрыл своим попцом своим? Нос наелся, он яйца уже набросал. А, пустые. Гляньте, как будто полные. Как он их выпивает. Носатик. Ты давай, тут на ремонт у нас закрыто. Закрыли на ремонт, а они все равно отсюда не уходят. Че? Нет, говорит, ничего мне не надо. А там глазки горят в домике. Че, Илюн, пойдем ко всем. Все там веселятся в другом вольере, а? Солнышко мое любименькое. Мой котеночек ты мой, хорошенький такой у меня. А, Кривозубчиков мой. Илюхин Кривозубчиков. Да? Кривозубик. Илюхан. Многие на ютубе, кто смотрит, путает. Говорит, ой, Илюша болел, его капали там или не капали. Заболел тогда Витя, когда с поджелудочной у него была беда. Вот, его капали. Капали енотика, который в краске неизвестно сколько пролежал. Вот, но мы его не спасли. А Илюха не болел. Тьфу. Зайчик мой. Ты моя носаточка, иди ко мне. Пойдем туда, в вольер. Там весело, там все остальные. И Стич там, и Цыгане, и Зорик там. Тут только Бади, Илюха, Степашка и Зайка. И носатка. Ой, упала зая. А там, наверное, Егор в окно уже подсматривает. Ой, солнышко мое. Пойду тем зайчикам яичек дам еще. Ой, ладно, пойду домой, надо еще ужин готовить. Где? Узы надо готовить, зайчишка мой. Зайчишка мой, зайчишка, зайчишечка, зайчушоночек. Зайчушонок. Путю-путю-путю. Усатик ты мой.